А, я даже не посмотрел это место, я не знаю, что-то я тут сломал. Что-то я тут не понял. Что делать нужно? Если только... Я не пропустил где-то... Ой, а кто это у нас тут? А Каири красавица. Странно, что вот это не хватается. Ай, больно было. Доброе утро, доброе. Твое оправдание. Я находил сегодня очень много. Я устал. Это тоже нельзя украсть. Я находил 14 тысяч шагов. Почти 15. Мне ноги гудят. Куда это? А. А вот сюда, видимо, я не попадал. Окей. Видимо, на свежую голову как-то лучше соображается. Пащ. Чего? А-а. Тебя надо сломать, что ли, или что? Да вряд ли. Там. А что не так-то? Я что-то не понимаю. Игра, что с тобой не так? Ну, типа, меня закрыло. И все. Я сделать ничего не могу. Опять забуговал, что ли, чё? Так я не могу. Меня должно было из этой штуки выкинуть и оттаранить сюда. Но здесь чекпоинт, и я выйти отсюда не могу. Вот мы и пришли. Вот и разница, а вот и где все забаговалось. Потому что эти штуки пляшут. Я их не буду трогать, можно? Блять, ну что с этим делать? Нет, я не в этом плане. Я имел в виду тронуть, в смысле, там переключатели есть, чтобы они выключились. В этом смысле я их трогать не буду. Покемон. Приветы.
Она не двигалась. Я не знаю, что я сделал в прошлый раз. Я сломал просто все. Она просто стояла, поэтому она и не работала. И так игра сохранилась. Я не знаю, что случилось. Че, с чего оно так произошло? Чек не багует. Качу видно. Поэтому я вообще ничего пройти не мог. Поэтому игра и забуговалась. Так, ну и что мы делать будем? Туда я не могу. Ага. Так, это у нас переключит это. Трогай пацанов. Живу себе. Собака. Всегда игры ломаешь. Будто что-то новое для тебя. Ну, мам. Не мам, но мам. Ну что, 5 минут, а че? Окей. Это туда, это сюда, это вперед. Мы готовы идти дальше. Ту-ту-ту-ту. Никаких нет. Уши! Чупы! Потупы! Чш, мы в беде, малой! Чё такое? Принц Маэстро захватил не только тебя, он также захватил мелодию и гармонию. Любовь моей жизни жестоко оторвана от меня. Они находятся в заперти к востоку отсюда. Вперед и покажем им, какие мы герои. Я уже ничему не удивляюсь. Да. Все. Теперь ты видела все. Такое нашел. И как я должен это проходить, простите? А. Ну да, действительно. А что так громко-то? Вам громко? Я не слышу! Хватит стоять у колонки! И делать так! Ну! Хватит!
Дядя, кто у колонки танцует? Зачем? Воа! Ты дай ты выжить-то мне. Эта штука почему-то не работает, когда я в тачке. Где-то что-то нужно перевернуть, чтобы это сломать. Определенно. Если оно вот так повернется, у меня все получится. Там что-то есть или что это было? А-а-а, во-во-во, тихо-тихо. Да дай выйти-то, я... В смысле я выйти не могу? Мы были так, да? Мы кверху ногами тогда. Да? Не сработает. Нам нужно еще раз повернуться. Куда это я попал? Пойдет, да? Должно пойти. Е-мое! Шеган. Окей, закрыто. Похоже, там наверху находится какой-то переключатель. Как практично. Подтолкнешь его, а? Chapter complete. Хорошо. Добро пожаловать на учебную базу Королевской гвардии. Зачем тебе бесовское приспособление? Жди, не нравится-то. Красиво же. PlayStation логотип. Мне нравится. Меня никогда не было. У меня странный разговор сегодня был с человеком в Озоне. Он мне внезапно начал рассказывать, что... В него внезапно Каири вселилась. И он начал мне говорить, что мне нужен этот фиджет-переключатель, вот этот вот, с джойстиком, с кнопками. Спасибо, Каири, думаю про себя.
Это не я. У тебя 35 секунд для прохождения испытания. Ты должен поразить все 6 целей, разбросанные вдоль учебной полосы. Таймер будет запущен после первой. Не курить. В смысле? Запуск программы. Что с ним курить? Как? Почему? Ты откроешься, может? Открыть ворота. Что-то... Эй, новая механика. Что тебя так лагает-то? Так, мне кажется, здесь что-то есть. Здесь он не ловит никакой сигнал, а вот тут внезапно начинает. Вот как бы здесь где-то что-то есть. Цвета будут? Впечатляющая попытка, малой. Напоминаешь мне меня во времена, когда у меня еще были свои зубы. Как бы там ни было, мелодия и гармония находятся в тюрьме где-то там внизу. Интересно, где вся охрана? Я буду охранять вход. Это очень важная задача, ясно? Наверное, хорошо. Так, вверх нам не подняться. О, вижу. Видишь? Свет пошел в сторону туда, значит там что-то есть. Всего лишь это было? Не могу. Не в хп. Я был бы не против. Это у нас. Зачем я сюда пришел? Кристаллики? Да не зачем вообще. Чисто коллектаблс. Что это такое? Хочу выходной. И вот он настал. Только никому не говори, ладно? Спасибо, ваша честь. Да ты иди ты лесом. Буп. Добро пожаловать на продвинутую учебную базу Королевской гвардии.
такой цель на расстоянии с помощью X, да? Уничтожь три цели до сброса. Помни только, теперь атаку можно использовать в любое время. В смысле? Там будь добр, осторожен. И не мусори. Что-то я не понял, а чё оно? Всё? Инициатива фазы 2. Уничтожь 6 целей до сброса. Вообще не понял. Обнаружен успех. Обнаружен успех, ребят. Инициализация дополнительного элитного задания. Уничтожь все цели. Что-то не совсем понял. Есть какие-нибудь коллектаблсы, да? Короче, игре нужно было объяснить, на самом деле, по поводу этой обилки с Б, что, типа... А подожди, теперь по умолчанию? Я могу просто к целям подлетать? Игре нужно было объяснить, что, типа... Если что-то вокруг тебя есть, то антенка у тебя включается над головой. Поэтому до этого можно и не использовать. Привет, ваша честь. Я на королевском выступлении принц. Его золотистые усы вызывают забавное чувство у меня внутри. Наблюдай за тюрьмой. С наилучшими... Ковальской. Ковальский? А он любитель скорости? Ковальский. Ковальской. Доклад. Ты что, издеваешься, игра? Чё не так-то? Что? Ты опять игра сломалась или что? Я не могу проскочить. Через красный теперь можно, нужно ломиться, что ли? Чё за странное решение? Просто всю игру красные дамажили. Теперь наоборот. Синие дамажат. Здорово, пацаны. Сука, а чё-то у вас так много-то, алё? Ага, ясно, понятно. Так, вот теперь оно должно было сохраниться.
Не совсем понимаю, пока как эта обилка работает. Блин, я все сломал. А есть еще. Ну, смотри. Это нужно, короче, в сторону предмета, к которому я хочу полететь, нажимать и удар. Странная механика. Эй, Пойзнер! Место сидит у меня в печенках. Мне нужно передохнуть и на королевское выступление. С любовью и мокрыми поцелуями, Герман. С любовью и мокрыми поцелуями? Это же что? Какая прогрессивная игра, да? Шлем мокрый поцелуй Герману. Почему там штука в стене застряла, не пойму. Так, я что-то не понял, а что случилось-то? Я помер? Серьезно? Я абсолютно то же самое сделал. Почему я помер? Бред какой-то. Ой, Кириллюс. Неожиданный. Почему неожиданный? Да человеку поспать-то, ну? Герман, позаботься о тюрьме. Мне необходимо выполнить несколько поручений. Я принесу тебе твои любимые бисквиты. С наилучшими пожеланиями, Пойзнер. Ты вернулся. Один. О, нет. Нет. Внимание всем симфония. Всем симфонианам. Принц вот-вот начнет свое королевское выступление. Также он намерен впервые продемонстрировать двух новых животных из своего зоопарка. К вашему восторгу и удивлению. Двух именно? Могу поспорить, это наши девчонки. Нам лучше двигаться дальше. Я не улавливаю. Что такое пираты карибского кокаина? Море? Кокаин? А почему кокаина? Никогда не слышал, чтобы так кто-то говорил. Чем пятая часть плоха? Это тоже я не знаю. Я смотрел, мне вроде понравилось.
По-моему, я круг сделал, не? Ну типа да, я сделал круг. На чем суть-то? Там же никак никуда не пройти. Я не могу вверх стрелять. Не понял. Есть другая дорога или что? Я не могу вверх стрелять. Вы что-то видите, видимо, что я не вижу. Вот это? Я не могу это сломать. А, вот отсюда могу сломать. Опять ты можешь чуть-чуть-то подвинуться, алё? Не заметил. Сюда вряд ли пройду. Интересно. Я раньше даже не замечал, что это у корабля есть. Какой реген. Любопытно. Команда голландцев, только если будет лениться, попадает под проклятие, но в пятой части Тёрнер не ленится, но попал. Я что-то вообще не помню. Ничего такого. Ну я понимаю, о чем ты говоришь. Я просто не помню этого в этом фильме. Уже разминка началась. Стоянка запрещена, все по правилам. Попробуй тайком пронести его за кулисы. Посмотрим, сможешь ли ты пройти нашего сынишку. Что? Нашего сынишку? О чем вы вообще?
Та-дам-па-дам. Что это такое? Дон Кихонг, что ли? Я так понимаю, это вообще лучше не трогать, да? Может, не Донки Конг, может, это Флинстоуны? У Флинстоуна такая хрень была, помню. Все равно. Здравствуйте. Как не попал? Так, замигало. Где-то тут. Рублей подражал. Чё поделать? Погнали. Да что ж ты делаешь-то, блядь, совсем что ли ебанулся? Близко было. Цвет зеленый. Цвет зеленая. Моя любить зеленая. Видимо, надо было сначала с ним поговорить. Возлюбленные мои симфедиади, вместе с моими двумя новыми подругами я намерен провести абсолютно безопасный, экологически чистый ритуал. По его завершению я буду иметь полный контроль над всей музыкой симфонии. Что значит я буду? Я будут. Ошибка в тексте? Подозрительно.
Мои бонго будут играть целую вечность. Я могу сюда просто войти. К нему подойти не могу. В общем, проблема. Не понял. В чем суть? Типа один, что ли, только работает и все? В натуре один только работает, представляешь? Компьютерные клубы от РЖД. Другое сделали для людей полезное, например, блять, электрички свои ебучие обновили, а тут кошмар какой-то. Я так понимаю, в каждой двери будет что-то, да? Окей, я живой. Все нормально. Вторая лампочка, хорошо. Ты назад из Питера с сидячим, что ли, ехал или что? Компьютерный вагон. Было бы интересно. То есть это не обмануть. А здесь что? Первое есть. Мне кажется, компьютерный вагон гораздо интереснее звучит. А? Туда ходили? Нет. По-моему, я умер. Потому что я не знаю, куда тащить. Да. Куда тебя тащить-то? Это куда? Сюда, что ли?
чего, блядь? Ну, такое. Там водка по 1000 рублей. Да, я ходил где-то в 2012-м. Купил там ничего. Ну, те, с кем я шел, там купили вот такой вот пакетик молока за 60 рублей. Я понял, что в вагонах ресторанов лучше ничего не покупать. Они там просто навариваются. Поэтому они и гоняют всяких людей, которые что-то пытаются в вагоны продать, чтобы просто, ну, заработать себе денег больше. Вырубись нахер. С концами вырубилось или что? Что-то я не вдуплил. У меня осталась одна, а где я не ходил-то еще? Здесь я уже вроде был, делался. Это по сути одно и то же. Остается только вот это. Нет, не это, в смысле чуть выше, которое. Вот это. Я не совсем понимаю, куда это тащить. А, вон. А это где? Подожди. А ты где? Понял. Зачем тебе кофейный аппарат, когда есть Титаник? Это дешевле. Им. Аппарат ему кофейный. Совсем офигел. О! Девчонки! Девчонки, вы тут? Ладно, наверное, попасться несколько легче, чем можно было бы подумать. Теперь быстрее вытащи меня отсюда, прежде чем... Стреляй! Просто ты думаешь, что в вагоне тебе должны сервис делать, а они думают, что в вагоне они должны больше всего продать тебе. Они тебе пытаются впихнуть, блядь, постельное белье, они тебе пытаются, чтоб ты купил у проводника что-нибудь, они тебе пытаются там в вагоне, ресторане что-то втюхать за тройную цену. А сами эти простыни, наверное, не стирали уже, ну, в смысле, не меняли. Стирать-то они стирают их, слава богу. А вот менять раз в год, мне кажется. Была мелодия, я только что видел гармонию. Они потащили их в новый храм принца. Будет лучше, если мы последуем за ними. Это совершенно на... Ладно, кого я разыгрываю? Штуковина держится вместе на соплях и веревочках. Но это все, что у нас есть, так что тащи сюда свои эфирные филейные части. Хорошо, левел 4 закончен.
Ну, я тоже обычно еду свою беру. Но чаще это просто пиво, знаешь? Чем переливать? Чё-то не совсем понимаю, чё, кинотеатр, что ли, или чё? Ну да, сейчас ты ещё первое будешь тащить. Ага. Нельзя сейчас бухать в вагоне, своё бухать в вагоне. Откуда они узнают, своё это не своё? Они же сами продают это. Мы уже почти у цели. Нет, хватит спрашивать. Но не заставляй меня возвращаться. Похоже, вся симфония держит путь к храму. Никогда их так не догоним. Постой, а что это там за знак? Похоже, это универсальный знак для кратчайшего пути. Уверен? Удивительно, как мало народу знает о нем. Ты уверен? Ролтонах и домашней пищи. На недельную поездку в поезде? Что это за недельная поездка в поезде? Я максимум до Красноярска ездил 3 дня. Ты докуда? До Владика, что ли? Мне в поезде больше заходит не Ролтон, а картошечка. Знаете, это тоже такая ролтоновская. Ну, просто порошок, грубо говоря, ты его заливаешь, вставляешь и прям... С какой-нибудь этой... С какой-нибудь колбаской, может. Ну, что-нибудь такое. Стингинг Свинг. Некто по имени. Ну не знаю. Мне лапша не так воняет. Какая-нибудь рыба, которую люди покупают вечно по какой-то причине в поездах. Но я типа понимаю, что, ну, если поезд проезжает мимо какого-нибудь города с рыбным оборотом, то очевидно, сейчас в поезд кто-нибудь обязательно купит рыбу. Вот она будет вонять на весь вагон. Ролтон еще не так воняет. Поверьте, вот рыба. Подожди, я типа должен это успеть сделать? Окей, я успел как-то.
ставки начали давать. Это сколько дней? Ростова до Мурманска. Ты цифру пропустил. 3. Понял. 3 дня в поезде. За всю поездку скушал 5 яблок. Мне так все пытались накормить кек. Я не знаю. Я последний раз говорю, когда ездил в Питер, там это с нами девчонка ехала, она это я ее проводил до вагона ресторана, чтобы показать, где он находится. Она меня за это пивом напоила внезапно. Ну просто типа мы ночью ехали, она это побоялась одна идти. И поэтому позвала меня, рандомного человека, да? Которого даже не знает. Чудо-женщина просто. Повезло. Повезло, я адекватный. Так, здесь опять синие. Через синие можно проходить. Ой. Друзей? Ну, насчет друзей я хз. Но... Когда едешь с кем-то долго, дня 3, вы начинаете общаться. Хочешь, не хочешь. Потому что когда 3 дня едешь, блядь, чем себя занять-то в автомате? За 3 дня много чего происходит. Думаю, если я поверну, это же никак мне не поможет. Через низ, да? Ну да, я нажму на всякий случай. Просто не знаю, что это сделает. А, понял. Ой, пирожки на остановку. Удивление, вкусные пирожки на остановках. До удивления. У каких-нибудь бабулек. Мне кажется, мне нужно нажать кнопку. И теперь пройти. Так. Потому что я не мог так пройти. Ты пройдешь, может? Ага, я был прав. Зашел пить бутер, а там суперглисты. Ну кто покупает бутер? Так я же говорю, они их типа считают как бизнес, и они их гоняют. Этих людей. Чтобы поездах просто зарабатывать деньги самим. В электричках они ходят по-любому, потому что в электричках нету охраны на каждый вагон.
И никто не следит. Ну там, конечно, ну, по крайней мере, на моей ветке ходит 100-500 контролеров. А все равно люди умудряются продавать, люди умудряются попрошайничать, все делать. Бродячие цирки в вагонах. Вот как это называется. Совсем понимаю. Должно открыть что? Ага, понял. Теперь объяснение мне не нужно. Кайфная здесь музыка. Ай. Да что ж ты делаешь-то? Я продвинулся? А, это... Подожди. Я не понял. Я не понял, игра. А, я понял, игра. Я сделал глупость, и эта глупость помогла мне пройти дальше. Великолепно. А есть хилки-то? Кассет с порнухой продавали. Но сейчас диски продают DVD-шные. За 150 рублей. Это показывали нам уже Stinging Swing, да. Остин Винтри. Вот это я не увидел. Я думал, это исполнитель. Оба! Есть в этих пружинах что-то такое удовлетворительное, когда просто летишь через заказ. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Что я не уловил? А. Чё, как странно было. У меня нет больше всего.
пиратских дисков больше не продают в палатках. Я думаю, что либо спроса нет, либо их закрыли просто. Хотя, может, и есть. Не знаю. Да не, вроде не было. На вокзале просто стояла палатка до последнего. Единственная палатка, которая настолько брутальная, что она стояла лет 15, ее 100 раз пытались закрыть, но не закрыли. Потому что, я так понимаю, они давали взятки всем подряд. Ну да, да, да. 23 в одном, 8 в одном, 10 в одном. Все фильмы Джеки Чана. Все фильмы Арнольда, там, все фильмы Ван Дамма и т.д. и т.п. Ключи продавали на винду. Ключи на винду. Мощно. Что-то я не понял. Нашел кратчайший путь, да? Отлично. Пора убираться из этой пробки, пока у меня крышу не снесло. А почему ты все еще здесь? Что-то я не понял. Нужен поворот. Двойной, видимо. Подождем. Хватит, ну. Просто подождем. Теперь задом, да? Я что-то не уловил. Я просто назад вернулся, да? Вряд ли это получится у меня. Не. Пудов так. Можно это отнести к шмапу? Нет, это не шмап, это просто уровень такой. Ты сика.
Хоть меня таранить. Жопа не тарань меня, слышь, алло. Ты сика, блядь. Ты хорош. Все диски перебрал у нее за 2 недели. Нормально. Золотые времена. Не то, что сейчас захочешь диск, блядь, купить какой-нибудь. Его просто нет. Ну и странное место, я не помню его. Должно быть, именно отсюда благодаря Бангоголовому появились все эти музыкальные паразиты. Ладно, у меня есть план. Мы снова отправимся инкогнито, но сначала мне понадобится сильный клей. Эти паразиты довольно-таки липкие. Принеси мне 3 порции их слизи, я их сделаю все остальное. Кого принести? От кого? А пойдем дальше. Не надо меня винить в этом, ладно? Я думаю, это так лучше сделать сразу. Отзывы почитай. Видео анбоксинг. А, боже. Озон порой странный такой, они, знаешь, они продают вот эти вот фигурки, вот эти вот, которые, ну, типа, с женщинами, которых можно раздеть. Но они-то, ну, очевидно, продавцы выкладывают фотографии, ну, там, типа, прикроют квадратом, и я такой-то, знаешь, чисто вниз покрутил. И такой, знаешь, в отзывах там прям это, знаешь, без всего. Блин, на кой ляд нужно было прикрывать, если те, кто покупают, все равно выложат и покажут. Тихо-тихо-тихо. Ну, видишь, я не зря это сделал. Так, интересно. Что это такое? Слизь. А? Я только сейчас заметил просто, что оно замигало. То есть слизь, она невидимая. Да, я пробегу еще раз. Вдруг что пропустил. Нет, не пропустил. Хорошо. А куда тогда теперь? Назад, что ли? А куда еще можно? Понял? Можно.
можно сюда, можно туда. Тебя видел. Пойдет? В смысле? Перевор? У нас тут вообще был отдельный этот, знаешь, магазин был, в котором в одной половине все цивильное, а в другой половине все для взрослых. И там диски продавали. И меня туда не пускали. Ну, понятно, по понятным причинам. Дай забрать. Так блочит-то почему? Потому что это нехер детскую порнографию распространяет. Вот и блочит. Потому что мы, блядь, палат. И это все здесь. Как выйти отсюда? Окей, это куда? Ой, тут что-то, видимо, веселое будет. Спасибо. Мне по хилочку. Где? Где-то за этой дверью. Судя по всему. Чё, здесь?
Окей, не здесь. А здесь что? Сюда давай. По-любому нам сюда. Нет? А куда тогда? Подожди. Что-то я не уловил. Ну вот это единственное куда-то ведет. Тут уже ничего нету. Тут уже ничего нету. И это меня назад откидывает. Не понимаю. Это можно забрать, что ли? А, это забрать можно. Понял. Ну то есть в теории можно это схватить и вот так сделать. Я не думаю, что мне это даст сейчас чего-то. Есть другой переключатель? Вот этот, например. Окей. Другой разговор. Куда это? Мне нравится этот ритм. Понял. По большому счету нужно забрать это отсюда. Не надо так делать. Не надо так делать. Где оно? Нашел тебя. Ты находишь слизь. Фу. Все, три есть. Личная работа. Я чувствую себя так креативно. Да. Смотри, что ты наделал. Они не заметят наш приход. Думаешь? Думаю, ты поведешь. У меня такое чувство, как будто я хочу втиснуться внутрь моей туфли. Что? Так, надо с этой игрой заканчивать и идти в другую игру играть.